На связи Георгий Плеханов. Меня просили выложить, так скажем, повседневный день, но я решил выложить повседневный выходной. Недавно прилетел с Кипра, короче, отдохнул. Сейчас новый рост вижу, новые возможности. Вот, это, скажем так, наш офис. Мы здесь снимаем рабочие места. Суббота. Я тут, можно сказать, один. Вообще закрыто. Народу нет. Вот она жизнь тендермена. Никого вообще нету. Вот. Что интересного было? Короче, выиграли тут закупку на 1 000 000. Ну, 900 практически. 800 с копейками. 890. В итоге что? Заказчик нам позвонил, сказал, что, ребят, вы попали, вы куда залезли? Тут уже все свои, вы что творите? Вы попали. Я потом аудиозапись еще прикреплю. Вот. Короче, это хороший знак, на самом деле. Потому что в прошлый раз, когда мне такое говорили, я переживал, ну и, соответственно, то же самое говорили, что, ребят, куда вы залезли, вы попали, вы что творите вообще, вы кто такие? В итоге вот хочу вам показать. Так, видно, не видно, давай вот так вот встану. Короче, акт на 1 463 000 подписанный заказчиком, вот подписанный. То есть товар мы сдали, исполнили. Хотя говорили, ребят, куда вы полезли, что вы творите? Вот, соответственно, сейчас манометры. Позже, как уже исполним, я уже выложу, ну, все про эту закупку, что у нас там получилось, что не получилось. Вот, так что как-то так работаем. Один в офисе с утра, суббота. Петюлю.